Наверное, многие из вас смотрели товарищеский матч сборной Армении с Чехией. Наша команда показала неплохой футбол и даже целый тайм вела в счете благодаря голу Эдгара Севикяна. В итоге матч завершился победой Чехии со счетом 2-1. Но сегодня выпуск будет не об этом. Сегодня я хотел бы от всей души поздравить наших хороших соседей грузин, чья национальная команда впервые в своей истории добилась выхода в финальную стадию чемпионата Европы. Мы поговорим о том, как и благодаря чему Грузия добилась этого исторического достижения и почему Армения пока еще не способна повторить этот же путь. Перед этим я призываю вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Это будет лучшая ваша награда за мои труды. Итак, 26 марта Грузия у себя дома на великолепном стадионе имени Бориса Пачадзе, куда пришло почти 60 тысяч человек, победила в серии пенальти Грецию, что позволило ей получить заветную путевку на Евро-24. Это стало возможным благодаря успешным выступлениям Грузии в Лиге Наций, где команда Кваратскхелии с большим отрывом заняла первое место в группе, где помимо нее были Болгария, Северная Македония и Гибралтар, а затем в плей-офф были побеждены команды Люксембург и Греции. Казалось бы, что тут невозможного для Армении? Ведь в предыдущем цикле мы тоже заняли первое место в своей группе, где, кстати, победили в том числе Грузию. Только это была Лига Наций перед Мундиалем в Катаре, и победа в ней не давала туда путевку. Выходит, нам просто тогда не повезло, а нашим соседям чудо как повезло. Давайте более пристально посмотрим на причины везения сборной Грузии. Она 4 года назад уже выходила в финал Лиги Наций, где уступила с минимальным счетом 0-1 Северной Македонии. После этого, летом 23 года, Грузия вместе с Румынией принимала у себя молодежный чемпионат Европы до 21 лет, где она принимала участие на правах хозяйки. От Грузии было заявлено 4 великолепных стадиона. 54-тысячная Динамо-арена имени Бориса Пачадзе, 27-тысячный стадион имени Михаила Месхи, 20-тысячная Батуми-арена и 15-тысячный стадион имени Рамаза Шенгеля. В группе смерти грузинская молодежка сначала обыграла Португалию, затем сыграла в ничью с Голландией и Бельгией, и с первого места вышла в плей-офф, где только по пенальти уступила еще одной команде сенсации – Израилю. Надо сказать, что в том же году не очень успешно выступала главная сборная Грузии под руководством Вилли Саньоля, легендарного защитника Баварии, который на тренерском поприще ничего до этого не добился, всего лишь был помощником Анчелотти и недолгое время исполнял его обязанности. В отборе к Евро Грузия заняла в своей группе всего лишь 4 место, обыграв только Кипр, у которой вообще 0 очков в итоге. Но грузинская федерация футбола не стала делать поспешных выводов, а болельщики не называли Саньоля очередным физруком и дали время на реализацию своих идей, в итоге результат увидели все. Говоря о грузинской федерации футбола, нельзя не сказать о людях, которые ее возглавляют. Президентом федерации является не нуждающийся в представлении Леван Кобиашвили, знаковый футболист для Шальке 04 в начале нулевых, проведший 101 матч в национальной сборной, больше только у нынешнего капитана Гурама Кашья. Вице-президентом является Александр Яшвили, еще один известный футболист, капитан Фрайбурга, проведший большую часть карьеры в Германии. Ну и наконец, генеральным секретарем в этой организации является Давид Муджири, в свое время успешно выступавший в чемпионате России за Локомотив и Крылья Советов. Напомню на всякий случай, что уже много лет мэром Тбилиси является легенда грузинского футбола Каха Каладзе. Все эти люди поспособствовали тому, что по всей Грузии строятся современные стадионы, многочисленные футбольные поля. Страна принимает довольно много крупных футбольных соревнований. Помимо вышеназванного чемпионата Европы до 21 лет, в 2017 году был чемпионат Европы для футболистов до 17 лет. В 2015 суперкубок УЕФА проходил на стадионе Динамо-Арена. В чемпионате Грузии абсолютное большинство футболистов являются местными воспитанниками. Да, из-за этого результаты на Евроарене неудачные, но можно подумать, у армянских клубов, где сплошь легионеры, прямо потрясающие результаты. Для сравнения, вот матч Лиги Чемпионов действующего чемпиона Грузии Динамо Батуми со Слованом из Братиславы. С учетом натурализованного Фламариона, 9 из 11 вышедших на поле являются грузинами. Причем обратите внимание, даже у Слована в старте вышли трое грузин. Благодаря такой политике большое количество грузин переходит в более сильные чемпионаты, и сейчас в основной сборной Грузии, помимо безусловно мировой звезды Хвичи Кваратскхелии, есть Георгий Мамардишвили из Валенсии, Микаутадзе из Аякса, Зевзевадзе из Карлсруэ, Чеквидадзе из Уотфорда, Саба Сазонов из Торино, Давид Ашвили из Бордо,
и можно быть уверенным, что этот список будет пополняться в ближайшем будущем. Так что, когда мы говорим об успехе сборной Грузии, мы говорим не об удачном стечении обстоятельств, вроде победы по пенальти над Грецией, а о системном подходе к развитию футбола, который рано или поздно дает результат. Не получилось с Македонией в 2020-м, получилось с Грецией в 2024-м. Не получилось бы с греками, совершенно точно получилось бы в следующем цикле. А теперь вернемся к заголовку нашего видео. Почему Армения не может повторить успехи Грузии на футбольном поле? Что ж, давайте по порядку. Наша федерация футбола сначала долгие годы руководил олигарх, который считал армянский футбол своей собственностью. Теперь журналист, который хоть и более образован и деликатен, но в действительности никогда не варился в футбольной индустрии изнутри ни как футболист, ни как менеджер. После каждой победы вся футбольная общественность хвалит любого нашего тренера и ждет непременно еще больших побед. А после поражения тут же называют его никчемным и требуют скорейшей отставки. Так было с Капарусом, так сейчас происходит с Петраковым, который уже в буквальном смысле просит у журналистов и болельщиков дать доработать до ноября, когда закончится Лига наций, и только потом делать выводы. Давайте я вам так скажу, потерпите до ноября месяца. Будет триумфально, у меня контракт заканчивается, триумфальное возвращение, площадь республики, гуляния, салюты. Потерпите чуть-чуть, потерпите? А? Хорошо? Продавай. В Армении нет ни одного современного стадиона. Раздан, кажется, так никогда и не дождется реконструкции. Республиканский, конечно, неплох, но вмещает всего 15 тысяч и не подходит в качестве главной арены страны. Местные клубы имеют маленькие стадионы на несколько тысяч мест с ужасным освещением и качеством газона. Руководство страны уже несколько лет говорит о строительстве новой арены на 35 тысяч мест, но даже официальная дата его эксплуатации называется 2030 год. Это если не будет никаких переносов. Все наши ведущие клубы, будь то Пюник, Урарту, Нуа или Арарат Армения, выпускают в своем стартовом составе исключительно легионеров. Чтобы не быть голословным, вот состав нашего действующего чемпиона Урарту в Лиге чемпионов против боснийского Зринские. В старте вышло всего четверо армян, один из них натурализованный нигериец Иву. Поверьте, в остальных клубах ситуация еще хуже. В сборной Армении почти все ведущие футболисты являются продуктом не армянского клубного футбола, а российского, немецкого или аргентинского. Именно поэтому результаты сборной Армении – это не результат системного подхода, а череда случайных событий. Мы можем в отдельно взятой игре настроиться и победить Уэльс или Данию со Словакией, а потом взять и уступить Латвии или Мальте. Весь наш футбол зависит от того, найдем ли мы среди армян диаспоры талантливых футболистов, которые достаточно сильны и при этом достаточно патриотичны, чтобы выступать за Армению. Потому что свои футболисты, как выразился Александр Петраков, очень слабы и их очень мало. А уникумы вроде Генриха Мхитаряна рождаются раз в поколение, а то и реже. И ждать, что Генрих в свои 34 вернется и решит все проблемы армянского футбола, довольно глупо. Нужно создать условия, при которых молодые футболисты будут развиваться в чемпионате Армении и затем переходить в более сильные лиги. Не 3-4 человека, как сейчас, а 15-20, из которых уже 3-4 будут выступать в топ-лиге. Тогда смесь талантов из диаспоры и местной лиги непременно даст результат, особенно если уметь ждать. Возможно, мои суждения были неточными, и в своих комментариях вы найдете более рациональные причины неудачи армянского футбола. Пишите их обязательно под видео. И не забывайте ставить лайки и подписаться на меня. А я еще раз хочу поздравить наших грузинских друзей и пожелать им новых свершений уже на немецких полях этим летом. Дай бог, чтобы в ближайшем будущем и мы оказались на таком футбольном празднике.